Наконец-то я собралась это сделать. Не было у меня раньше времени это сделать. А уже когда выпал снег и пришел первый мороз, пришло у меня время и поменять эту клеенку. Видите, какие дыры? Вот это все куры сделали когтями. Вот, смотрите, сколько порезов. Это внутренняя сторона. Здесь двойное сложение. А в некоторых местах оно не прорезалось. А вот такие вот. Здесь я уже и заклеивала. Видите? Вот такие прорезывания. Эта курица сидит на насесте. И вдруг что-то на улице я даю вкусное. И эта курица начинает с верхней жердочки лететь. Летит, летит, летит в дверь. И когтями дряпает эту клеенку. Вот, поэтому приходится, если бы не потряпанное было, без прорезов вот таких вот на улицу, то можно было бы ее не менять. Но вот такие дырки в мороз — это потеря пару градусов тепла в курятнике. Поэтому у меня уже наконец-то дошли руки до замены этой клеенки. И я приступаю к замене. Не бойтесь, не замерзнете. Сейчас будет все как новенькое. Оп. Вот такая у нас вспомогательная дверь в курятнике. Люблю я старое снимать, выбрасывать. Аккуратно выношу, потому что здесь скобы, и чтобы здесь в курятнике они случайно нигде не упали. Вот такое количество скоб, это, конечно, все может повредить нашей птице, поэтому аккуратно это все выношу. Thank you.
Помощник. Помощник. Яйца все съел? Все закрыто. Ни одной щелочки нет для сквозняка. Вот так. Все закрыто. И в загоне у цыплят тоже меняю клеенку, потому что здесь тоже есть прорези вот такие. Это все будет вот потеря тепла зимой. Вот такие прорези. Это все не годится для зимы. Ну и хочу так, чтобы закрывала вот здесь эти щели немножко больше. В стороны взять, и будет красота.
где делись? Перекинули, что ли, все? Перекинули мне все болтики. Так. Еще у меня внизу кусочек надо. Вот здесь вот обязательно. Так. В натяжечку. В натяжечку. А вот это отрезаем лишнее. Так. Потому что ничем. Так. И еще вот тут. Оп. И все. Ручку осталось. Нету электричества, вот все влияет на яйценоскость. Вот. А если бы было электричество, у меня бы ломан Сэнди, уже бы неслись все. И тоже касается курочек несушек. Как мне их досвечивать, если нет электричества? Вот и все. Вот такой всего лишь кусочек остался. Я все высчитала так идеально, что у меня остался вот такой кусочек при ширине 1,50 м. Вот, и у меня не получалось, что один кусочек на две двери, а получалось на одну и еще на половинку двери. И получается тот, что у меня остался остаток, я его просто разложила. Двух кусочков, двух дверей, и у меня получилось на третью дверь. Ну, вот с таким немножко изгибом. Ну, это ничего страшного, он разровняется. Все. Теперь закрепить осталось все вот эти полоски, чтобы не задувало курочкам. Им будет тепло, все швы закрыты. А если зимой в мороз и еще солнышко в эту клеенку, то внутри будет парник. Внутри будет просто теплынь.
зимой в мороз. Вот почему я люблю вот такие двери из клеенки. Ага, еще ручку надо прикрутить. Раз. Равняем. Два. Три. И четыре. И все, никуда оно не денется. Оп! Красота! Ну, вот так вот все получилось у нас. Все три вольера я поменяла клеенку. Теперь они без дырок, не пропускают воздух холодный. И вот такая вот красота. Thank you.